У турнірі з воднолижного спорту на акваторії Дніпра спортсмени показали гарні результати та навіть встановили особисті рекорди. Так у слаломі перемогла срібна призерка минулого чемпіонату Європи серед юніорів Станіслава Просвєтова. Срібло у цій категорії завоювала Софія Максименкова і бронза в активі Ольги Івлюшкіної. У фігурному катанні трійка призерів також була чисто українською. Перше місце з результатом 8670 балів посів Алекс Самойлов. В першому кругу я упал на одну и ту же фигуру. Я решил в этом круге поменять программу, убрал одну фигуру. И получилось меньше очков, но как бы это стабильней. Этот сезон очень был продуктивным. Я показал очень хороший результат на чемпионате Европы. Абсолютно стал чемпионом Европы. И вот, хорошо выставился. Станіслава Просвєтова здобула срібну медаль, а Ірина Рибак – бронзову нагороду. У стрибках з трампліну у загальному заліку українка Станіслава Просвєтова вдруге піднялася на найвищу ступень п'єдесталу. Її особистий рекорд – стрибок на 32 метри. Другий результат у Ірини Рибак. І на третій позиції опинився представник Росії Єгор Арєф'єв. Як для себе я відмічу трамплін. Потому что мне он очень нравится, и как бы он у меня получается. В этом году я поставила рекорд Европы до 14 лет в категории своей. Так что, как бы, надеюсь, что и дальше буду продвигаться в таком. Эти соревнования не очень важны, очень важны для молодых спортсменов, потому что на этих соревнованиях уже отбирается как бы зачет на будущий год. Уже как бы первый отбор, кто будет участвовать в команде, кто покажет свои лучшие результаты. И для вот молодых спортсменов это одни из самых важных соревнований. И как я могла видеть, что даже очень юные спортсмены, они уже как бы готовы быть в команде для чемпионата Европы. За підсумками воднолижного турніру «Дніпропетровськ Open 2015» переможці і призери отримали медалі, кубки та грошові премії.